Кіровоградська траса, ось поряд недалечко від нас. Тут поряд село Вільне. Якщо взагалі говорити про наше Криворіжжя як про унікальний край, то це і для Криворіжжя місце особливе. Край степовий, і ліси у нас в околицях міста тільки насаджені. І оце отут тільки у нас бір сосновий. Він порівняно невеликий. Тут буквально якихось трошки більше, як 10 гектарів сосни саме. Але звернули увагу, що тут ґрунт піщанистий. Сосни, їм десь деяким екземплярам десь до 60 років взагалі борові. Да? І от я пам'ятаю, коли років 35 назад, 40, вони тільки малесенькими ще були, 2-3 метри. І от мені дуже втішно дивитися, що зараз такі серйозне враження справляє. Отут майже не видно вже такого планування рядкового. По суті, виглядає як природний серйозний бір. А водосховище Крашенівське я давно вже прозвав степовим Байкалом. Перше 32-го року ще перегороджена перша дамба, оскільки коли будувався Криворізький металургійний завод, місто розросталося, потрібно було багато води. І його будували для водозабезпечення. А вже після воєнні часи, 60-61 рік, третю в чергу нарощували дамбу. Вона та ж сама, тільки нарощували. Зараз водосховище має 307 мільйонів кубометрів. Це об'єм водосховища. Ну, а якщо в людські зрозумілі цифри перевести, то десь буде його площа більше 40 квадратних кілометрів. Водосховище, якщо подивитися на карту, має форму штанів, тільки перевернутих догори дрибом. Тому як брати з півдня дивитися на карту, якщо дамба – це пояс, то пішли дві халявки, дві штанини водосховища. То те місце, яке де між ними мис, де зливаються, там надзвичайна краса. Ніяких димів, ніяких запахів міста, ні звуків, нічого. Дика, глуха природа, ідеальний пісочок. І не треба їхати на якісь Канарські острови. Єдина біда, що відпочивальники, на жаль, ще поки в нас дикі переважно, залишають гори сміття. Сюди їхати можна, відпочивайте, люди добрі. Водосховища всім вистачає. Простір такий, глибини, вода ще достатньо чиста. Єдине, не забувайте, що найстрашніший гріх – непростимий гріх. Це смітити під ноги. Це страшно. З точки зору рекреаційних міркувань, це неповторне. Не люблю патетики дерев'яної, але іншими словами не скажеш. Якщо ми не збережемо, ми самі під собою рубаємо, як кажуть, гілляку. Сейчас мы находимся в старом Ингульце. Практически все дома здесь заброшенные. Сюда мы пришли, потому что здесь сохранилась уникальная дореволюционная архитектура. Здание это было построено в начале 20 века. Рядышком проходила Ингулецкая ветка Екатерининской железной дороги. Одно из красивейших зданий той эпохи. Только вот загадка, непонятно, что именно это за здание. Со слов местных, это якобы было локомотивное депо. Хотя возникает сомнение, как же может быть локомотивное депо, если оно стоит перпендикулярно железной дороге, которая вот рядом, совсем рядом проходила. Даже расстояния для разворота не хватит для состава. Если, допустим, версия, что это электростанция, то она строилась для того, чтобы обслуживать все здесь близлежащие рудники, которых здесь было достаточно много. Во-первых, прежде всего впечатляет окна, какие они были большие, высокие. Мы находимся возле парадного входа, там находится задняя часть, там был двор. Видать, еще какие-то были пристройки, но, к сожалению, они не сохранились. Сразу видно эпоху давно ушедшую, как строили мастера того времени. Очень уникальная архитектура. Thank you.
Сейчас мы находимся на территории заказника Визирка. Это очень живописное место, которое находится далеко за центральной частью Кривого Рога. Заказник Визирка уникален тем, что совсем еще недавно это была здесь настоящая промзона. Здесь функционировали карьеры, где добывали бурый железняк, железную руду. И в начале 2000-х годов прекратилась добыча, все это было закрыто и создали природоохранную территорию. Здесь наблюдаем процесс восстановления дикой природы. Озера постоянно пополняются водой, вода здесь невероятно чистая, она питается подземными источниками. Вот эти вот карьеры, ныне затопленные, они были заложены в 50-е годы, и здесь добывали бурый железняк, железную руду. Здесь добыча железной руды велась еще до революции. Рядышком находится балка Визирка, была шахта также Визирка. Вообще шахт здесь было достаточно много. Просто потом уже в советские годы, после войны, решили все эти шахты мелкие убрать и разрабатывать карьером, потому что это более экономически выгодно и проще, и безопаснее. Мы видим разнообразные такие пласты. Сверху чернозем, потом идет глина, толстый слой, потом мощный слой известняка белоснежного, а потом уже залегание железной руды. Каждый карьер – это отдельная экосистема. Их здесь три насчитывается – северный, центральный и южный. Мы находимся возле центрального. Как по мне, он, пожалуй, наверное, самый живописный и самый красивый. Вот хочется акцентировать внимание на том, что заказник Визирка – это, пожалуй, лучший пример для нас, криворожан, как нужно поступать старыми карьерами, старой промзоной. И все это буквально за несколько десятилетий. То есть в перспективе можно с любой промышленной территории сделать что-то очень прекрасное и красивое.